Еще в начале недели учителям в школах и воспитателям в детсадах приходилось дополнительно отапливать помещения обогревателями, а ребятам заниматься в верхней одежде. Такую картину Вячеслав Гладков увидел во время выездного совещания. На встрече в городской администрации с руководителем ресурсоснабжающей организации «Старт-Энерго» была достигнута договоренность о подаче тепла в полном необходимом объеме. В образовательных учреждениях Заречного постепенно становится теплее. В настоящее время тепловая нагрузка по каждому зданию департамента образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе в детских садах, увеличена там порядка 20%. То есть в настоящее время практика показывает, что увеличение температуры в помещениях где-то порядка 2-4 градуса составляет. То есть сейчас уже ситуация меняется. Мы планируем, что к понедельнику ситуация изменится, то есть так как все регламентные необходимые работы по увеличению тепловой нагрузки в зданиях будут завершены.